Всем привет на моем 143-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру The Talos Principle. В прошлый раз, к сожалению, стрим закончился слишком быстро, но так получилось. Там день рождения был, все такое. Там приехал народ, начали какую-то ерундой заниматься. Ну, в общем, пришлось, да, тогда стрим был всего лишь, по-моему, там что-то около 40 минут. Ну, продолжим с того же места. Итак, значит, в тот раз мы первую локацию прошли полностью. А, и по-моему, кстати, я вот что-то в тот раз заметил, по-моему, FPS в игре не очень хороший, да? Наверное, надо какое-нибудь там сглаживание поменьше сделать или что-нибудь в этом роде. Привет, Тор. Как дела? Нет, тут вроде FPS хороший, а когда вот там выходишь, то вроде бы там чуть просаживается, да? Ну, сейчас посмотрим, может, не будет просаживаться. Так, тут, по-моему, я не все прочитал. Или все это прочитал, что-то не помню. Давайте посмотрим. А, не все, тут что-то одно только прочитал вроде. Давайте прочтем файл ian.yml. А, переезд, ну. Да, я-то знаю, что такое переезд. Можешь не рассказывать. От Фрэнка Нагатая. Кому? Майлз Нагатай, Дэн Нагатай. Тема письма. Иэн. Мой первый день в институте эмпирической ноематики. По пути на работу мне стало не по себе. Что если я им не понравлюсь? Что если все они там крутые гении, а я полный бездарь? Может, они просто пошутили о приглашении меня на работу? Поколебавшись, я вошел внутрь. И прямо напротив входа увидел большой постер с изображением Джеффа Голдблюма в натуральную величину. Что за черт? А потом до меня дошло. Институт эмпирической ноематики. ИН. Доктор ИН Малькольм из парка юрского периода. Джефф Голдблюм. Показалось, доктор Сарабхая улыбнулась. Мы пытались подобрать хорошую аббревиатуру, когда институт только был основан, объяснила она. ИНН. Эмпн, инепно, все это звучало глупо, но нам не хотелось называть его просто Иэн, ну, просто потому, что есть такое имя. А потом кто-то пошутил насчет того, чтобы назвать его Джефф, и это как-то приклеилось. Поэтому мы официально называемся Иэн, но если услышишь от кого-то про Джеффа, знаешь, что это наше тайное внутреннее название. Да-да, знаю. Знаю, чертовы гики. После этого разговора мне больше не было страшно. В пятницу N часов простоял в очереди, чтобы подать документы. Плюс мне еще нагрубили. Документы, в смысле, там, типа, какие-то оформления жилья, что ли, да, или что-то такое. Так, оцена анализ .html. Пользователь Alex16 добавил 4 примечания. Примечание 01. Первое предложение романа. Она проснулась в нереальном месте, ничего не зная. Означает больше, чем начало еще одной тайны на основе амнезии, хотя мы не должны заходить так далеко, чтобы воспринимать всю работу как аллегорию. Скорее, принимая новшество научной фантастики в центре повествования, буквально нам следует... Далее, что-то повреждено... Примечание 02. Не имея врожденных знаний о природе мира, мы вынуждены полагаться на то, что нам говорят другие, и что говорят наши собственные чувства, субъективные, ограниченные, с недостатками. Далее повреждено. Социальная реальность, вера, и объективная реальность, материя, вступают в конфликт. Примечание 03. Когда в главе 16, второе пробуждение в королевстве Артемиды, главная героиня спрашивает своего наставника о... Примечание 04. Более значимую интерпретацию можно постичь через синтез. Talos Principle.txt.
Стратон из Тагира. Архив. Какой-то там номер. Создал ли гиганта Талоса Дедал? Или, как говорят другие, это было творение Гефеста? Мы можем быть уверены только в том, что он был сотворен из бронзы и имел всего одну жилу, по которой текло жидкое вещество, подобное крови, которое, как утверждают они, было живым серебром, а другие, что это был Ихор, который течет в жилах богов. Потеряв эту жидкость, он умер, как умирает человек, потерявший свою кровь. Не можем ли мы в таком случае сказать, что Талос, хоть и был создан как машина или игрушка, имел все основные качества человека? Он передвигался по своей собственной воле, он умел разговаривать и вести беседы, у него были желания и потребности. В сказании об аргонавтах говорится, что именно это было причиной его падения. В таком случае, если машина может иметь все свойства человека и действовать как человек, при том, что им управляет гениальный план его создания и взаимодействия его материалов в соответствии с принципами природы, разве это не означает, что человека можно также рассматривать как машину? Это противоречит всем школам метафизики, но даже самый верный философ не сможет жить без собственной крови. Нету такие замуты. Для начала надо хату разделить, где мы сейчас живем, типа, чтобы получили все долги. Все доли. А она у нас с перепланировкой, надо ее сначала закончить, потом разделить, потом распределить. Доли, короче, еще капец, а без этого выписаться нельзя. То есть ты не можешь не въехать куда-то, а выехать с этой не можешь, да? Ну, на меду, ну, не то, что не можешь, а, ну, эти, как сказать, задержки и всякие бюрократия, да? Ну, потому что все доки переделывать, ИНН и пенсионные. Ну, да. Ну, такая шняга, это да. Ладно, пойдем посмотрим, что тут у нас есть. Там какой-то остров. А я могу в воду зайти? Я что, даже плавать могу? Вначале были слова. Ой. Нет, лучше, наверное, не надо. Это что, у тебя типа будет отдельная квартира, или ты там с кем-то ее разделяешь? Ну ты вообще ништяк. Ну значит, подключаешь оптоволокно и идешь стримить качественный контент. Какие тут еще могут быть варианты? Заселю туда турков, пусть живут. Не знаю пока, что я тут ищу и зачем хожу, но как бы интересно же посмотреть, не просто так это тут все сделано, наверное. Большая локация, больше чем первая. О, это кто? Эй, ты кто? Запись номер 23, подожди. Ой. Я чё, его аннигилировал? Буду за коммуналку платить без меня копеечка, но он же... то есть ты реально хочешь ее сдавать? И типа, то есть чтобы халявное бабло типа капало? Нашел еще один комп. Не работать же мне, ну ты вообще. А что, не считывается QR-код?
Хотя комп по-другому выглядит этот. То был вообще какой-то древний, а это тоже как-то по-другому выглядит совершенно. Сеть по-прежнему недоступна. Так, давайте прочитаем. Error log. Невозможно загрузить архив Milton John. Ясно. The Human Machine HTML. Тема 3. Представьте, что однажды вы узнаете, что вы не человек, а машина. До этого ваша жизнь была реальной, никто вас не контролировал или программировал на то, как надо себя вести. Ваши физические и умственные способности идентичны естественным способностям обычного человека, но вы были созданы в лаборатории. Никто, кроме вас, не знает об этом. Ваша семья, ваши друзья, все они думают, что вы такой же нормальный человек, как и они. Вы могли бы продолжать жить, как ни в чем не бывало, и ничего бы не изменилось. Как вы будете действовать в данной ситуации? Обратите особое внимание на следующие вопросы. Изменится ли ваше понятие о себе? Останетесь ли вы тем же самым человеком, которым, как вам казалось, вы были? Изменится ли ваше понимание самого мира? Откроете ли вы эту информацию другим людям или оставите при себе? Почему? Объем 1500-2000 слов. Крайний срок 26 число. Никаких отсрочек и продлений не будет. Свои работы отправляйте по электронной почте или на... Далеко повреждено. А что за игра, что делать нужно? Ну, короче, ну типа логические головоломки в 3D. Ну сейчас увидишь, я дойду до локации какой-то с основным геймплеем, увидишь, в общем. Ну да, Тор, короче, да, там. Не, ну блин, ну конечно, прикольно сдавать, но с другой стороны, отдельные квартиры тоже классно же, ну, самому жить. Ну, это твое дело. С другой стороны, да, можно вначале поднять денег, там, скажем, годик, да, потом уже заселиться, там, и на эти деньги, там, не знаю, ремонт сделать, еще что-нибудь. От кого? Боб Раковский. Кому? 108 получателей. Тема Грарх. Все эти спокойные люди сводят меня с ума. Они что, все вдруг разом превратились в Будду? Я и не знал, что в мире есть такие запасы терпимости. Хотя эти новоявленные Будды Шакьямуни, по крайней мере, пока придерживаются реальности. А знаете, что еще хуже? Эти сумасшедшие параноики, которые строят бункеры и собирают оружие. Что они собираются делать? Что они собираются делать? Стрелять. Хотя я должен признать, что общая картина складывается намного лучше, чем я предполагал. Наверное, меня бы даже могла захватить вся эта красота человечества, если бы я не был таким сварливым старым пердуном, и кучка идиотов не испортила мне последние дни. В любом случае, почему я это пишу? Потому что я отказываюсь верить в сценарий, где нет абсолютно никаких решений. Быть может, если мы все вместе пораскинем мозгами, то, возможно, что-нибудь и поймем. Это будет безумно, но уж лучше безумство, чем смерть. Сумасшествие — это то, что нам удается лучше всего на этой планете. Ну, Тор, ну платить, да, ну так зато и свобода, ну как бы, да, понятно, что у всего своя цена. Здорово. Ну странно, он со мной не разговаривает. Это что? Когда я была маленькой, одна наша учительница, миссис Хиггинс, попросила нас сделать капсулу времени. Написать послание в будущее, чтобы в один прекрасный день мы могли вспомнить, каково это быть ребенком. А я решила, что это глупо и ничего не сделала. О чем сейчас жалею всем сердцем. И, пожалуй, сделаю ее сейчас. Только спрячу в архиве, а не под деревом. Не знаю, найдут ли ее когда-нибудь, но... Так или иначе, важно продолжать говорить.
продолжать думать, пока мне это под силу. О, это что, стадион какой-то, что ли? Нет, не с элементами головоломки, это и есть головоломка, но сейчас увидишь. Потому что тут основной геймплей головоломка. Видишь там фиолетовые двери? Вот сейчас зайду в одну, и там начнется головоломка. Просто в открытой локации тут видишь всякие такие вот сюжетные там штуки и так далее. А вот тут сейчас начнется головоломка. Вот, безумные сторожа. А как это пройти тогда, я ничего не понял. А, возможно, я вот тут могу спрятаться в этом проеме. Это деактиватор. И за коробку. А, мне надо теперь этот деактиватор туда было перетащить. Так. Что у нас тут? Ничего. Стоп, а это что такое? А, просто свет падает. Так, мы сейчас это деактивируем поле, он вылетит. Теперь нужен тот деактиватор забрать. Стоп, стоп, ну я же тебя это другое деактивировал. А, через забор нельзя, что ли? Блин, я же тебя поставил специально сюда. Блин, значит он не достает через забор, походу. Так, все, теперь ждем, пока он наплывет, идем туда деактивировать вторую стену и проходим, в общем-то. Такова и есть твоя цель. Но выбор должен быть только твоим. Поэтому я не буду вести тебя, пока в этом не будет необходимости. Так, одну собрали здесь. Привет, Плюшечка. Игра The Talos Principle. Подарок от пророка на день рождения. Продолжаем проходить. И это головоломка. Ну, он как бы знал, что дарить, знал, что мне такое нравится. Хотя я эту игру вижу первый раз. Ну, то есть это уже второй стрим, но... Ну, ты понял. Я постараюсь. Тут есть просто сложные элементы. Какие-то звездочки нужно искать, которые не очевидны. Я вот хз. Ну, как бы будем... Будем посмотреть. Так, а где другие входы? Подожди. Давайте по кругу еще пройдемся. А, вот же тут указатель.
Вот, да. Стоп, а тут что? Я просто все надеюсь какую-нибудь секретку найти. Я не знаю, что это за место, и похоже, никто этого не знает. Не остается ничего другого, кроме как идти вперед и писать обо всем, что я найду. Шип, версия 69.1.053. Зал с окнами. Но я так понимаю, это все симуляция, учитывая какие-то, какие мы видим баги иногда. Но я не знаю этой игры, как бы, если кто-то знает, то споделить не надо. Так. По-моему, я не могу это, да, пронести через это поле. Ну да, я помню, что не могу. Привет, Ксиппи. Так. Кто здесь летает? Никого. Ладно, давай посмотрим, что тут. Ага, еще одну надо стену деактивировать. А, я, кажется, понял. Ну, тут вроде все просто. То есть мы сейчас берем вот эту штуку и деактивируем вот это поле. А этой штукой деактивируем вон. А, не, стоп. Вон то. Теперь мы вот этой деактивируем это. И дорога открыта. Так, мы тут все зеленые уже собрали, но тут еще, я думаю, много чего есть, что пособирать. Давайте сходим сюда. Это не куски тетриса, это сигилы. А чем они отличаются от кусков тетриса, я не знаю. Но мне сказали их собирать. Кто-то, кто назвал себя богом. Ну, пока нам особо не объясняли. Ну, короче... Не знаю, пока сюжет... Такой довольно мутный, но так, я думаю, предназначено. Я не знаю, Вишечка, это второй стрим, учитывая, что первый стрим был всего 40 минут. Вот, и я сейчас во второй локации нахожусь. Я в нее не играл до этого, в эту игру, ну, то есть я первый раз прохожу, так что... Тебя тупо эксплуатируют? Я думаю, что да, потому что я являюсь роботом. Ну, то есть, по идее, здесь персонаж, он роботом вроде как является. Так, ладно, давайте вернемся сюда, посмотрим на указатели. Ага. Здесь еще одна есть желтая. А, ну вот, туда. Куда-то. А вот это что? Тут что-то должно быть, да, по-любому. Куски тетриса, ну. Странно. Ладно, и где нам искать ту желтую?
Там указатель сюда куда-то вел. А, вот. Самоубийственная миссия. Так, и чем же она самоубийственная? Так, вижу кусок тетри... Ну, в смысле, сигил. А, турельку вижу. Которая отключена. И зачем нам ее включать? Если выставить в одну линию, они не исчезнут. Но... Ну, давайте попробуем деактивировать и включить ее. Может быть, у нас что, исчезнет это поле или что? Нет, а смысл? Ну, давайте, ладно, выпустим нашу... бомбочку. Непонятно. Плохая была идея. Ну, самоубийственная миссия удалась, самоубился. Так, тогда я думаю, надо ее включить. Может быть, она уничтожит эту пуль? Да нет, она не уничтожит эту минку. Так что я не понял. Лол? А почему это произошло? Странно. Вроде же они друг друга раньше не трогали. Что-то мне не очень понятно. Так, ну по крайней мере, то, что открыто нам предлагается, мы тут все собрали, но мы тут не собрали звездочку, это точно. Видите, вот мы собрали три элемента, а звездочку мы не собрали. И где ее тут искать, непонятно. Давайте еще раз вот в этот вот сходим. В это место. Это что, кстати, за дверь такая? Дверь закрыта. Угу, значит, туда нам надо. Ну как? Даже никого нету, чтобы сообразить на троих. Миниган со стены. Блин, ну короче, хрен знает. Не пускают. А мы хоть можем глянуть, что там такое? Стоп, а вот тут мы не можем залезть? Я вообще приседать могу? Вряд ли, да? Что? Для сброса? Не надо мне сбрасывать.
Не, не могу тут запрыгнуть. Короче, не знаю, что там внутри. Но, возможно, там как раз-таки звездочка, да? Ну ладно, видимо, может быть, мы потом разберемся, как что с этим делать. Давайте пока пойдем просто дальше. Мы тут все собрали, ну, такое то, что нам открыто предлагают. Так. Надеюсь, у нас для чего-нибудь тут хватит. Ага. А, нет, нам нужно еще два. Еще один. И нам что-то за это дадут. Может быть, как раз таки двери открывашку или что-нибудь такое. Ну, давайте третье. Тут мы найдем... О, две звездочки. Красную какую-то. Две желтые и фиолетовые. Ой, зеленую. Так, ну вначале почитаем. Вот это почитаем вначале. Оно не читается. Почему-то. Была создана вторая часть программы сертификата. Часть 2 была разработана для проверки последовательности некоторых наших ответов в предыдущем цикле. Вам будет дано несколько утверждений. Пожалуйста, выберите свою готовность. Начать. Да. Поскольку все человеческие существа являются личностями, а у некоторых человеческих существ имеются такие же психологические способности, как и у животных, таким образом некоторых животных можно считать личностями. Еще раз, у некоторых человеческих существ имеются такие же психологические способности. Ну, допустим, в целом согласен. Над человеком нет никакой власти, кроме той, на которую он соглашается. Да. Качество жизни людей должно быть максимальным. Наверное. Какой-то странный вопрос. Ценность находят. Что? Ладно, согласен. Люди заслуживают те способности, с которыми они родились. Вообще не согласен, но я не знаю, давайте ответим согласен. Свобода людей должна быть максимальной. Ну, наверное. Какой смысл все время да отвечать? Ценности создают. Наверное. Процесс сертификата завершен. Вы получите уведомление, когда будет создан ваш профиль. Нажмите любую клавишу для выхода. А, так это был... То есть там можно было отвечать любой ответ, да, я так понимаю. Это не то, что правильно, неправильно. Это именно выбор. Ну ладно. Ответил и ответил. Так, что у нас тут за файлы? Ну давай посмотрим мои фидбэк, e-mail, письмо. Мы продолжаем обсуждать, что для нас значит искусственный интеллект и как бы он изменил наше представление о мире. Это превосходная тема и думаю мы разобрали ее по полной. Хотя о чем мы и поговорили меньше всего, так это об обратной стороне медали. Я имею в виду, что наша жизнь будет такой же, как и прежде, неважно с ИИ или без ИИ. Но вопрос, который, как мне кажется, стоит обсудить, даже чисто гипотетически, касается перспектив самого искусственного интеллекта. Каково это быть таким существом? Внезапно появиться на свет, созданным кем-то в качестве эксперимента? Знать всю информацию о себе, знать точно, как ты работаешь? Что бы ты думал о мире? Разглядел бы ты его смысл, красоту? Как бы ты судил о человечестве? Где бы ты видел свое место в великой картине бытия? Я думаю, мы должны попытаться поставить себя на место такого существа. Дорогая Александра, спасибо за ваш отзыв, но это курс философии, а не научной фантастики. И вот почему я почти отказался от своих исследований. Team Leads, EML.
Нам сильно повезло, что у нас так много преданных проекту людей, но мы должны убедиться, что все они собраны на одной странице. Пожалуйста, обратитесь к следующим людям, когда... И дальше повреждено. Александр Дрейден, руководитель проекта. Тан-тан-тан. Ну, дальше там, видите, имена какие-то. И хотя команда архива не является непосредственной частью нашего проекта, она делит с нами как физическое, так и цифровое пространство. Если необходимо решить какие-то технические вопросы, пожалуйста, свяжитесь с их руководителем, Аркадием Чернышевским. Не бойтесь, он не кусается. Straightonofstagera.wiki. И игривые индики. Стратон из Стагира, 311-254 года нашей эры, был греческим философом-материалистом, относящимся к школе перипатетики. Почитатель Аристотеля, он был сторонником эмпиризма и яростным критиком философии, которая ставила веру выше наблюдаемых истин. Несмотря на то, что он был непопулярен среди многих своих коллег за свой неприятный нрав, его записки, касающиеся Аристотеля, считались важной работой. Большинство его работ было утеряно при уничтожении Александрийской библиотеки. Чё, таб? О, у нас есть журнал. Мы это читали, понятно. Почему нам только сейчас об этом сказали? Ну, давайте посмотрим. Давайте вначале зеленый, а в зеленый обычно попроще вроде. Значит, начнем с зеленый. Да не, я к типа не думаю на самом деле. Мне кажется, что это... Ребята, на потом. Мне кажется, что это просто как бы обозначение поврежденных данных. И, ну... Там не будет никакого смысла. Ну, потому что нам же говорили, что это повреждены, там, большинство данных повреждено. Не, ну, блин, если я его сейчас возьму, это беда будет. А вот, кстати, дверь открыта. Это что? Ключи. Вот там, значит, ключи надо для той двери. И что, мы можем выйти и прийти туда? Или нет? Или мы когда выйдем с этой локации, у нас уничтожатся эти ключи? Да, ключик уничтожился, понятно. Значит, нам нужно найти ключи на той локации. Тут много всех, честно говоря. Так, а, не, я знаю. Право потом еще раз почитать, я тупо заскриню код и буду расшифровывать. Ну, давай, хорошо, попробуем. Я хочу все крушить и ломать, я хочу быть Халком, но это не та игра, это... Так, посмотрим. Ну, допустим, мы одну турельку можем деактивировать. Нет, понятно. Нет, похоже, еще один деактиватор нужно где-то найти. Мне так кажется.
И тут мы ключи нашли. Похоже, что нет. Значит, нам нужно двумя этими деактиваторами деактивировать турели. А мимо этих, видимо, можно и так проскользнуть. Да. А, ну это изи. Так, желтенькую пойдем поищем. Тут ничего нет. О. Понятно, что я не первый, кто идет этой дорогой. Вообще, мне кажется, что этот мир был создан сознательно, но чем? Голосом с небес или какой-нибудь другой силой? Шип версия 69.1.0108. Запер меня, проглотил ключ. Так. Ага, нашли. Дверь. Посмотрим, что за дверью. Турельку вижу. Еще турельку, еще стену. А, вот ключи. Так, допустим. Не сюда, значит, пока что, видимо. Давайте турельку отключим. А, во. Ну все, ну это что-то вроде легкое. А. Ну, ладно, понятно. Так, что у нас дальше по плану? Нет, красный потом пойдем брать. А вон желтую пойдем сейчас возьмем. Текст. Вот это что ли было? Нет. Ну вот. А ты как будешь переписывать? А, заскринишь и это, да? Ну заскринил, наверное. По рукам и ногам называется. Так, вижу. Привет, пророк. Кто ее деактивировал? О, о, а, ну это легко. Вот это, значит, блокируем с этой стороны. Забираем деактиватор. Деактивируем турель. Забираем второй деактиватор. Деактивируем стену. Забираем этот деактиватор. Деактивируем эту турель. И забираем этот деактиватор. Ну, бывает. Так. А, ну.
А тут что? О, звездочка! Сигилов недостаточно. Мы звездочку нашли. Вот только что собрал пророк. Так, ну что, теперь красная. Нарастающая проблема. А теперь я хоть знаю, как звездочка выглядит. Обратиться за советом. Ха. Если посланники... Совет моих благоверных посланников следует заслужить. Если посланник Елохима читает это, то кое-кому из его паствы нужна помощь. Судал в версии 99.58.007. Сначала нужно пробудить посланника, автоответчик, версия 00.001. Я долго ждал, когда Творец возьмет меня за руку, пока не понял, что он вел меня все это время. Я понял, что мне не надо просить его помощи. Мне надо помочь себе. 1 VFACE, версия 10.1.0.1.7.7. Так, посмотрим, что тут. Ага, стена. Стоп, ну у нас же только один декодер. А, он что, туда летит, что ли? Или нет? А, ну давай, прощай. Тум. Так, интересно, для чего это сделано? Ага, опять ключи нужны. Большая что-то локация. Ага, вижу ключи. Вот тут у нас ездит проблемка. А, так. Нужен один деактиватор. Где его взять? Без понятия пока что. Ну тот один, по-моему, мы не можем никак сюда притащить, который у нас был. Ладно, тут вроде бы еще да есть место, куда я не ходил. А, нет или нету? Они нету. А, может быть, мы можем отсюда его забрать? Чё? Есть ключи. Придется с другой стороны обойти. Стоп. А,
так у нас всего один деактиватор, лол. Что за дела? Не, ну у нас всего один деактиватор. Может быть, эта бомба сюда прибежит, если его, если ее отпустить. А, да, что, реально что-то получилось? Блин, он врезался в деактиватор, ну что за... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да блин, что, он опять врезался в деактиватор? Удались. Бабах. Все, красное наше. Че, мы тут все собрали, что ли? Даже звездочку? И, типа, тут больше делать нечего. А, тут две звездочки. Ло-ло-ло. А где вторая? Здесь какие-то проходы другие. Что-то я не вижу. В смысле, вот эта консоль? Или ты про что? Какая консоль? Эту я читал. А, отобразить конфликты. Пользователь дал объективный ответ вместо требуемого субъективного. Пользователь стремился максимально увеличить свободу и качество жизни, но эти идеалы несовместимы. Пользователь отказался от морального авторитета, но поддержал моральные требования. У пользователя противоречивое представление о ценности. А, ну я, ну короче, я немножко не понял просто, что от меня требовалось. И поэтому... Блин, ну ладно, сначала нельзя начать, да? Ну я имею в виду профи заполнять. Блин. Так, а как, выход что ли? Так, а что мне теперь делать? Он теперь не хочет ходить.
нету команды теперь войти. Блин, надо было хоть посмотреть те пункты, которые там были. Может, если выйти, войти, то будет. Эти миры, и мы в них, созданы из слов. Скрытых слов, незримых для тебя, но являющихся частью всего. Мы — история. Твои действия оживляют историю, а история придает смысл твоей жизни. Да вряд ли тут дадут звездочку. Звездочку же мы видели, как берется. Она должна где-то лежать. Короче, теперь все. Ну, мы профукали ту инфу, короче, которую могли почитать. А теперь я не могу войти. Так а как войти-то? Я не знаю, тот раз мне само предложило. Так, а у нас все еще недостаточно, да? Ну я понимаю, что гость локал, значит, с гостя вошел. А как мне из другого войти? О. А, тут-то. Да нельзя там писать. Ты многое можешь узнать в храме моем, ибо многого ты еще не знаешь. Именно поэтому ты дитя. Но детей заставляют учиться, и со временем они становятся владыками своей земли и своего дома. Так будет и с тобой, и родом твоим. А, доступно именно когда мигает консоль. Тут не хватит, да. Так, что у нас четвертое, да, следующее? Что одни желтые и одна звездочка. Давайте прогресс repl.uml. От кого? Надия Сарабхай. Список рассылки Иена. Тема отчета о ходе работы 1. Всем привет! Все перевезли на объект EL. Я знаю, грустно покидать старое доброе здание Джеффа, но нам лучше находиться на месте, тем более, что в ближайшие недели могут происходить серьезные перебои с электричеством. Команда Аркадия уже работает, и там какая-то шняга. Но не беспокойтесь, что команды будут мешать друг другу. Объект реально огромный. Итак, поехали, Надя. Mail error dat. Ну, это долго бы, конечно, переводить. Beginnings.txt. Страта Нестагира, начало. Серьезная ошибка многих философов, не только афинской школы, но и многих других, что они начинают не с наблюдения космоса, который окружает нас, а с вывода уже существующего в уме.
И часто этот вывод сводится к тому, что мир был создан идеальным, а само человечество — величайшее творение богов. Тем не менее, ни мир, ни боги не обязаны дать человечеству совершенство. Так полагать высокомерно и противоречит всем методам философии. Честный философ ищет только истину, даже если это не приносит никакого покоя. И в самом начале он должен принять, как говорил Сократ, что все, что он знает, что он ничего не знает. Так, что у нас тут? Ух ты. Ой. С этой краской делать. А, послание можно оставить. Интересно, имеет ли значение, где? Ой. Узри, я есть Элохим, и я взываю к тьме. Изыди. Лишние данные стерты. Я понятия не имею, что происходит, а ты. Вся эта программа сертификации чушь собачья, что компьютер может знать о человечности. Я побывал на краю мира, и хотя мне кажется, что он бесконечен, наш обитель намного меньше, чем мы себе представляли. Лягушки тоже люди. Нам представили все средства, чтобы пройти это место. Мы просто должны научиться ими пользоваться. Давайте первое, наверное. О, здорово. Эй, чувак, ты смахивал на этого из фильма «Я робот», там вот такие же были похожи. Что тут локация? Ну, так понимаю, туда далеко нельзя идти, да, наверное. Опять меня отмотают. Да, тут по-любому спрыгну и флешбэк сделаю. Да ладно, тут невысоко было. Краска не появилась еще раз. Блин, я бы лучше теперь, короче, другое сообщение на самом деле оставил, ну ладно, уже поздно. Ладно, пойдем дальше.
Пойдемте соберем желтенькую. Так, двигай дальше. Нет. Про то, что там было что-то типа я был на краю мира и там что-то такое. Типа он больше, чем где-то обитель или что-то такое. Это что такое, лол? Ой. Текстуры нет или что? О-о-о. Так, и что делать? Непонятно, ничего не щелкается. А, коннектор. И что? Нет, какую башню не видел. Нет, не видел. Откуда? Если я там только сейчас четвертую зашел. Локацию. Ну, походу, синие не катит, да? Нужно где-то красное искать. А где красное искать? Или как эту сделать красной? Или что еще? Ладно, пойдем пока возьмем эту обычную доминошку. Так, открыли. Красной нету. А, мы типа прерывать можем с собой. Казалось, тут красный. Блин, а как же эту звездочку-то взять-то? Ну явно же за пределы это фиолетовый нельзя бы ходить. Значит, можно как-то здесь ее взять. Или может нам потом дадут какой-то трансформатор там из синий в красную, что-нибудь такое. Ну, сейчас посмотрим. Все равно обыщу здесь все, если ничего нету, ну тогда. Тогда пока пойдем.
Блин, ну вроде тут нет ничего. Стену сломать, может вот эту? Нет, ну тогда бы было бы соединить, а так, то есть я же, ну, я же не могу в любое место луч направить, да, то есть я вот могу именно, мне должно быть именно соединить написано. В ту черную эту я пробовал уже. Вон в ту. Что, Eliminate Confirmed? Это что такое? Ладно, не будем пока зацикливаться. Пойдем дальше. Пока как бы есть что выполнить, да, будем выполнять. Стоп, а вот тут что у нас? Ссылка, ну. Да, через поле-то... Не, а... Ну да, ну короче, не знаю. Но все равно, я говорю, не будем сейчас зацикливаться сразу на сложном, на чем-то, да? Пока соберем то, что собирается. А потом уже, может, ну, будем возвращаться и... Как-то уже мучиться и так далее. Так, расширение... Может, мы дальше поймем, как красные находятся там, по других местах. Тень такая. Так, тут три соединено. Так, мы можем это соединить, это и это. Так просто? Или они думали, что я не найду по пунктирам вон ту наверху? А, привет, Defender, эту игру мне подарил Пророк. Первая игра, подаренная мной в Стиме, ну, ты был вторым. Ну, Пророк, ну, можешь подсказать, если хочешь, именно, ну, какая-то там, если это общая логика какая-то, да? Как бы мне, в принципе, а во, красная, кстати. Да я смотрел же на высоте, не было, я смотрел. Ага, лучи скрещиваются, когда они уничтожаются.
О, так тут эти. Всякий раз, когда я отчаиваюсь, я напоминаю себе, что в конце этого великого странствия лежит жизнь в вечной памяти Творца. Никакая другая мотивация мне не нужна. 1 VFS, версия 10.1.233. Жизнь, проведенная здесь, отгадывая загадки, могла бы быть жизнью, в которой потеряно все ценное. Но мы должны помнить, что и другие будут проходить по этому пути. Поэтому мы должны оставить здесь больше знаков, чем было, когда мы только пришли. Версия 17.1.0005. Между разными комнатами. Но пока что еще ни разу не было взаимодействия между разными комнатами. А, привет, Теркил, чуть тебя сразу не заметил. То есть ты хочешь сказать, что вот эту красную можно перенаправить куда-то в другую комнату. А, я тебя понял. Ну, по-моему, нифига подобного. Мы же не можем ее направить куда-нибудь вверх. Как, ну а куда? Куда? Его нужно куда-то направить. Нельзя просто направить в небо. Его нужно соединить с чем-то. Нет. А! Стоп. А что если будет светить через фиолетовую дверь? Нет, по-моему, это плохая идея. А где тут на стенке кто-то стоял? Где-то там, да, по-моему? Ну блин, он пипец как далеко, лол. Мне кажется, он до туда не достанет. Не, давай пока пророк не надо. Не, отсюда не видно это. Чтоб соединить с чем, не понял. А. Привет, Элис. А, я, кажется, понял.
Отсюда надо, да, притащить коннектор. Блин, ну что за печаль, беда. Отсюда его нельзя принести. А, не, можно же... Не, нельзя. То есть, если вот это соединить вот с этим, и вот с этим... Нет. То есть, я хотел, чтобы вот... А, ну вот этот лучше, чтобы туда шел, и потом сюда. Не, наверное, так не получится. Никак не можем снять. Тут нет других коннекторов. Подожди-ка, а если мы вот это сейчас все откроем? Разницы нет. Да. Понятно, так нельзя стерить. А если мы сделаем следующим образом? Вот это, вот это, вот это. А, мы этот не можем перенаправить, все, понял, мы этот не можем перенаправить. Тогда хз, короче, сейчас тут, наверное, все-таки, может, я ошибся, может, эта комната ни при чем. Какие у нас еще тут комнаты есть? Давайте пойдем вон в ту комнату, заодно ее пройдем. Это прежде всего. А, так тут вон тоже красное есть. Ну опять какая-то легкая, но практически по той же схеме. Так, теперь давай-ка синенькую на базу.
Посмотрим, что мы сможем сделать. Так, что нам это может дать? Нет, это слишком далеко, но это пипец. Это... Стоп, а там что такое? Впереди там что-то летает. А, опять капсула времени, что ли? Ответ, который приходит мне в голову снова и снова, это игра. У любого общества в задокументированной истории человечества есть игры. Мы решаем проблемы не только, когда это необходимо. Мы делаем это ради забавы, даже будучи взрослыми. Оставь человека наедине с запутанной веревкой, и он ее распутает. Оставь человека наедине с кубиками, и он что-нибудь построит. Игры – тоже часть того, что делает нас людьми. Мы смотрим на мир как на загадку, головоломку, потому что способность решать проблемы у нас в крови. Так, ну явно, что, по-моему, что не получится через двери это сделать. По крайней мере, я что-то... Да, тут даже вот эти соседние-то не получится скрепить. Я уж тоже говорить про другие. А стоп, а... Вот это, которое ее не получится с той дальней скрепить как-то. Оп, извиняюсь, мне звонок. Так, стримить осталось час. Вот отсюда мы точно можем туда зацепить, но какой это по смысл? Ой. Да не, ну можем. Да что ж ты?
Ну, кстати, вот это мы не читали. Тот женский голос, который слышится из аномалии, говорит с остальными несчастными здесь совсем другим тоном. Шип версия 69.1.0.2.98. Теперь мы можем зайти сюда. Да нет, по-моему, все равно отсюда не вынести. Стоп, так там же красная должна была прилететь к нему, разве нет? Хотя что это дает, пока непонятно, но я хочу все равно попробовать. Как это? Во что оно упирается? Не понял. А, тьфу ты, это вот в это. А, так мы можем там синюю направить. Вот оно что. Или не достанет? Должно достать. Так, убери вот это. И открыть там дверь и вынести, по-моему, да, можем. Да. Тут, может быть, мы прямо отсюда сможем с пьедестала это уже не получится соединить, блин. Не получится вынести? Ну, блин, похоже, не получится даже соединить. Ну, потому что тут уже и так впритык. Ну да, тут уже впритык. А, ну вообще-то, конечно, что-то при у нас две штуки есть. Мы можем через верх сделать, но... Все равно, ты говоришь, не получится вынести, но давай попробуем. Просто мне нужно как бы все равно увидеть, чтобы понять, что я действительно не могу, как бы, и тогда продолжить дальше думать, а то так это непонятно. Эй, тут должно хватить. Не. Да, я типа это ничего не дает, да?
Это если ее вот эту еще верхнюю перенаправить сюда, но мы с ней не можем никак взаимодействовать, кроме как включить или отключить. Ладно, продолжаем думать. Может еще тут посмотреть, что у нас есть, а то мало ли. Вдруг тут есть какая-нибудь еще одна, один отражатель, и как бы на самом деле типа мучений нету. Если кто-нибудь когда-нибудь это прочитает, фокус заключается в том, чтобы осознать предположения, которые выдвигаешь по поводу механики, и пересмотреть их. Удачи. Naming function error. Naming function error. А, я тут уже, кстати, же был, да, вроде? Да, я же тут уже проходил. А, ну да, и там обрыв, да, там был. Не, ну в принципе это все, мы знаем, где звездочка, мы собрали все остальное, нам только на эту звездочку. Для этого у нас есть вот. Ладно, давайте посмотрим, что еще отсюда можно, куда, как отсюда еще можно попасть в эту красную. Тут все высокие стены везде. Так, чтобы в эту штуку попасть, вообще, в принципе, нам по-любому нужно поставить одну вот как-то так. Да, ну, по-другому не вариант. Если, конечно, мы не будем откуда-нибудь оттуда стрелять, но я не думаю. Вот, а чтобы теперь в эту попасть... Нам нужно по-любому вторую поставить куда-то сюда. Ну, потому что, ну, как бы, не знаю, опять же, ну, если мы не будем откуда-то прям вот стрелять с такого места. А можем куда-нибудь его вот сюда поставить? Нет. Мы даже на этот пьедестал ее не можем поставить. Хм. Ну, так и в итоге получается, что вообще нет смысла с дверями возиться, потому что даже если мы... А, нет. Ну... Нет, стоп. Не-не-не, так не получится. В любом случае, точно не через дверь. Точно не через дверь. А как тогда, если не через дверь? Если не через дверь. Если не через дверь, то как-то через верх. Но через верх. Не, ну тут, конечно, не думаю, что можно забраться. Лол. Ну не, еще выше уже не получится. Там, походу, невидимая стена. На любом случае, мы зато рассмотрели, что тут нету нигде красного излучателя.
Стоп, похоже, сюда мы тоже можем запрыгнуть? Нет. Нет, похоже, нет. А на этот мы не можем встать же, да? Не, ну вряд ли, что тут предназначено такие штуки делать. Пойдем еще раз в соседнюю. Тут сейчас осмотрим с этой стороны еще. Так, извиняюсь, опять звонок. Так, продолжим. Так, что я тут делал? А, я осматривал стену на предмет, может быть, ну тут как каких-то этих. Может, дырок или чего-нибудь. Такого. Вот у нас красная, за вот этой стеной она находится. Ну, в смысле, куда нужно попасть. Так, и что у нас тут есть напротив? Ну, явно не то, что хотелось бы. Зато и красный источник есть вот здесь. Привет, Алексей. Ладно, зайдем сейчас еще посмотрим, что еще там можно сделать. Как там с РГБ? Ну, провели. Как с РГБ может быть? Так, посмотрим, можно ли тут куда-нибудь его навести еще. Но я до 15 уровня дошел, а соперник до 7.
Да нет, но я же думал, но как? Его нельзя перенаправить. Верхний никак не перенаправит. Он стреляет сюда, чтобы открыть дверь. Либо в другую сторону. А, нет, в другую сторону он не стреляет. Да, нет, в другую сторону он не стреляет. Он стреляет сюда, в одну сторону, только чтобы открыть дверь. Его никак нельзя... Ничего с ним сделать. Вот мы, кстати, таким способом мы можем стрелять в стену. Да, вот когда она преграждает путь. Но мне кажется, вряд ли тут по такой логике что-то может произойти. С ним соединять другие коннекторы можно. Но только я с одного места это могу сделать вроде. Других мест он не достают. То есть вот из той локации, да, я могу с ним соединить, вон даже соединено, видишь, да? Но и что? Я могу туда красный луч пустить, но тогда откуда мне этот красный луч еще взять? Я не могу из той локации, кстати, я забыл, что я бегать могу. Я не могу из этой локации его достать. Как? Его не видно отсюда. Я даже пока не сориентировался, где он там вообще. Еще. А, во... Не, стоп. А, вон он. Ну, короче, вообще отсюда, по-моему, никак не увидеть. Сейчас попробуем издалека совсем. Ну, по-моему, это слишком издалека, это пипец какой-то. Да, тут вообще-то крышетки мешают и все такое. Да тоже. А, так если соседних комнат, то какой смысл? Какой смысл у соседних? В соседней комнате и так есть красная. В соседней комнате и так красные есть. То есть и смысл, да? Сейчас, а где? Отсюда его не видно, да? Сейчас поставлю, что не могу понять, где он там. А, да он там вообще закрыт. Стенами. Вон он где стоит. Вот отсюда его видно, вон он светится. Но и то видно, это понятие такое. Отсюда его уже вообще нифига не видно. Ну хорошо, посмотрю с другой комнаты, но я смотрел вроде уже. Привет. В смысле привет. Мы же здоровались. И при чем тут альбатрос, что я вообще не понял. А тут и так красные есть. То есть смысла мне сюда отсюда ловить красный нету. Я и так тут его могу взять. Но и даже все равно я не могу отсюда, по-моему, его словить никак. Не могу даже уловить, где он. Где-то вот там впереди. А, вон там где-то впереди, ну.
Я могу здесь вот это скрепить раз. Ну, я так уже делал. Ну, а самое первое, это, собственно, куда нам, ну, где я не могу это. А теперь могу вот так два. Вот, теперь как бы у нас вот есть красный источник, да, который можно забрать, скажем, вот отсюда. Да, вот отсюда его можно забрать и пустить, скажем, в ту дверь. Но, по-моему, даже, кстати, даже если бы мы так смогли сделать, все равно вроде бы не смогли бы решить эту загадку. Но мы здесь не можем, потому что у нас здесь есть закрытая дверь. Вот эта. Либо вон та, вторая. Ну, в смысле, она вот часто открыта, но если я возьму вот эту штуку, то она будет закрыта. А перенаправить вот с той штуки я не могу сюда, потому что мне нужно для этого ее взять в руки. Давайте обойдем эту локацию с другой стороны. Может, там можно как-то подняться? Ну и забрать эту штуку, ну мало ли там. Надо хоть проверить. Не, я вроде не заметил какого-то там мусора, по которому мы смогли бы добраться. Вот он стоит. Нет, тут с этой стороны вообще ничего. Неприступная стена. Сейчас проверим. О чем ты говоришь? Это? Нет, это фигня какая-то. Или там что-то внутри. Это мусор? Или, в смысле, это статуя, или ты про что? А-а-а. Походу невидимые стены сделали. Потому что явно, что по нему, как бы, по идее, можно было бы забраться, но не хочет. А, или вот этот. Не, ну это тем более. Так даже если бы можно было, это нам ничего бы не дало практически. Вот если бы только тут, чтобы его тут сверху забрать. А тут как бы это бы ничего особо не дало. Потому что нам бы же сейчас не выйдем. Если пока мы не откроем, мы не выйдем отсюда. То есть мы не можем отсюда сбежать вот сейчас с этой штукой. Не можем же? Подгоревшего стримера смотреть. Мне подгореть в этой игре? Ты что, шутишь, что ли?
вот именно что тут гореть. Наоборот, по-моему, расслабляющая игра. Ну, правда, мозг напрягает, но в хорошем смысле напрягает мозг. На букву М. Так. Не, ну это прям. Ну и игра типа. Игра, от которой у Торы горит. Почему этот заборчик нельзя перепрыгнуть? Подумаешь, там пики и чё. Это я читал? Да. Я даже тут не могу на это запрыгнуть. Ну блин, это же, ну блин, как от маджонка может гореть, ты чё? Что, от игры реально гореть, и причём от неё у многих горит людей. Но, не знаю, что-то Тор прям нервничает, когда её видит. Джонг. Не, я не знаю пока. Давайте дальше пойдем. Потому что я... Или у кого есть какие-то еще идеи, давайте подсказывайте тогда. Я что-то, блин... Вообще не знаю. Давай, Тор. Надеюсь, Тор уже ушел. Нет, не ушел, успел почитать.
Какой-то кубик я открыл. Хрен знает, что это такое. В смысле, на каком лифте подняться? Ты о чем? Тут вот комната же, первая, вторая, третья, четвертая, я только в четвертой. А про какой лифт ты говоришь? Чтобы тут какие-то двери. В моем саду много тайн. Скрытые пути и тайные врата. Упорно постигая их, ты сможешь стать одним из посланников. Ничего себе тут надо. Собрать много. Вообще что-то закрыто. Вообще стена. Ого. А, вон видно, что я собрал уже, да, крестики? То есть мне осталось 3 комнаты. Лифт? Ты доказал, что достоин, дитя мое. И отныне эти двери будут навечно открыты для тебя. Отправляйся на поиски других миров, что я даровал тебе. Там ты сможешь отточить свое мастерство и принести своему роду славу. Но помни, тебе нельзя подниматься на великую башню, ибо это принесет смерть и погибель роду твоему. Так, сейчас, секундочку. Так, мы поднялись куда-то на лифте. Но я же там еще не закончил. О, тут какие-то эти. А, не то чтобы пропаганда, это, ну, как бы тут своя же такая, типа, идея. И к тому же мы же еще не знаем, чем это закончится. Так, терминал. О, это вот эта башня. С, Б. Ничего себе тут. Тут где-то в горах. Ладно, вернемся в А. У нас тут куча несобранного. Терминал потом прочитаю, когда соберем все в А. Ну, хотя бы без звездочек, а только эти сами сигилы. Так, стоп, четвертую мы собрали, да? Ну да, кроме звездочки, теперь пятая. Угу. Тут 4 зеленых, причем требуется кубик, который мы уже открыли. Красная и 2 звездочки. Д.
этот вождь. Так, ну ладно, давайте почитаем. Сеть опять недоступна. Интересно, будет ли она доступна потом? Ну давайте почитаем файл el.html. EL сокращенно от Extended Lifespan, переводит удлиненная жизнь, является новаторской инициативой 7 ведущих университетов создать наиболее устойчивый и самый прочный суперкомпьютер в мире. Нестандартное оборудование, взрывы и огнестойкий корпус и практически неисчерпаемый гидроэлектрический источник энергии представляют EL как уникальный шаг вперед в развитии человеческих технологий. Детище номинанта Нобелевской премии доктора Аркадия Чернышевского, EL будет... И дальше повреждено. Ссылки. Скачать пресс-материалы, познакомиться с командой, применить контакты. Ясно. Ты, например, не помнишь, какие все данные? А, Элохим, что ли, или что-то такое? Или Элохом, не помню. А, Тверкил, ты про это, про дабл-шифт? Ну, ну конечно, да, первый раз это было. Убийственно. Так, давайте, AI Citizenship. Так, перерассмотреть, вопрос 199, профиль Александра Дренан. Как только будет создан настоящий искусственный интеллект, поднимается вопрос о гражданстве. Если мы признаем, что ИИ имеет все возможности человеческого мозга, разве его не следует считать гражданином? Разве он в юридическом смысле этого слова не человек, и таким образом потенциальный гражданин? Но где разница, возразят некоторые люди, станут ли человекообразные обезьяны гражданами, слоны, киты, виды более разумных попугаев? Безумие, скажут они. Я хотела бы напомнить этим людям, что мы живем в обществе, где компания, максимально абстрактное понятие, считается лицом. Поэтому дело не в том, что для нечеловека беспрецедентно стать лицом. По крайней мере, искусственный интеллект является действительно думающим существом, а не просто деловой организацией. Но, возможно, мы действительно должны поставить под сомнение определение личности. Все большее количество доказательств, касающихся интеллекта слонов или существования культуры среди китов, например, могло бы послужить знаком к тому, что нам нужно ответить на несколько трудных вопросов. С кем еще стоит обсудить такие вопросы, если не с молодым гением, который в корне изменил... И далее повреждено. Asena8.txt. Ты должна обдумать эти загадки, сказал Сфинкс, и загадай мне загадку, которую я еще не разгадал. Сфинкс улыбнулся, скрипнув челюстью, и показал зубы цвета ржавчины. Его левый глаз дрогнул, но ужас не стал меньше. Руины молчали. Ошибка. Я думаю, наконец сказала она, ты не разгадывал такую загадку. Почему вообще существуют загадки? К чему эти любопытные механикалы, эти безмолвные дети Гефеста, так себя ведут, заставляя меня искать сложные решения? Каждый является загадкой, но самая большая загадка – это их цель. А Сфинкс ничего не ответил, его глаза уже не двигались. Афина вынула его из гнезда, зная, что его мощь поможет ей. Но все же чувствую глубокую печаль из-за кончины этого страшного существа. Так, ну давайте, наверное, пару штучек сейчас соберем и все, потому что, ну, уже надо будет заканчивать стрим. А, давайте вот послушаем. Тут еще. Я училась в школе, когда впервые прочитала про принцип Талоса. Думаю, тогда это меня взволновало, заставило слишком остро ощутить свое тело как физический объект, осознать материальную реальность мозга.
Поначалу мне было не по себе от этих мыслей. Однако, я думаю, что в конце концов, это помогло мне понять, насколько люди хрупкие и насколько они важны. Такие мысли о мире не очень обнадеживают, но лучше смотреть правде в лицо, чем лгать себе. Пойдемте вот этот зелененький. Так, один маленький зуммер. Я тут валяю загадки. Так, по-моему, что-то пошло не так. Если бы ты видел то, что я видел на краю этого мира, ты бы задумался, не резиновый ли он и не трещит ли по швам. Версия 17.1.0.43. Так. Ух, какая-то новая бомба. Неотключаемая? А, стоп, это у меня не деактиватор. Она меня убивает, да? Или нет? Кубик. Угу. Он не успевает открыться. Хотя, по-моему, можно успеть. Мне просто казалось, что она пропадает на мгновение. Не куб для чистежения. Так, одну зачеркнули. Давайте еще зелененькую соберем. Ты же знаешь, что нельзя скрещивать лучи? Ну да. Так, два коннектора. Блин, забыл слово. О, тут дождь закончился. Стоп, это ж красная. Кубик. И зачем? Так, коннектор. И смысл. А он не должен типа перекрывать там. Так, что-то я немножко не могу понять.
Не, ну мы можем пустить в обход, но что это нам даст? Чего кубик-то? Ну раньше просто нельзя было их ставить на предметы. Ну блин. Я раньше уже пытался ставить на камни, и нельзя было. За забор. А, ну стоило мне сюда зайти, я бы понял. Так, ладно, посмотрим, что еще тут есть. А, не, ничего. Значит, так напрямую явно не получится. А! Нам же написали за забор. Стоп, и что? А, надо камешек перенести за забор, и все, я понял. Блин, почему нельзя сразу вот две вещи нести? Или все равно не достанет? А, ясно. Стоп, ты... А что мне мешает вот здесь вопрос сделать? Ага, и все, и камешек поставить. Ну, блин. Что-то вступить начинаю. Ладно, в общем, на этом тогда я заканчивать сейчас буду.
все, стрим заканчивается. Ну, потому что, да, мне тут надо просто уже выходить. Ну, вот, так что продолжим в следующий раз с этого же места. Сейчас я выйду. Ну, Тор, я давно сказал, что мне час остался стримить. Ну, вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели. Увидимся на следующем стриме.